Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть Yarn Today. Так, сегодня, я надеюсь, мы получим все-таки 13 уровень. Ну, мне бы этого очень сильно хотелось. Так, для начала, для разогрева возьмем с тобой простенький уровень. Кстати, я что-то не заметил, чтобы мне дали... Ага, дали. Оглуши... Так, урон. Собери 30 грибов за один забег. Так, еще раз. Оглуши 10 врагов тазером. Ага, тазер, крит и грибы. Понял. Ну, давай что-нибудь мне путевое. Ну, пойдет. Для разогрева, я думаю, это самое то. Ну, давай вот это возьмем. Так, нам нужно, значит, крит урон нанести. Во, тазер, уже хорошо. Так, нам надо теперь... Блин, жабы ползут. Давай вот это. Взрыв при приземлении. Ну ладно, пускай будет. Вляпался все равно. Вот все равно вляпался. Ну давай бьет током. Чего уж там. Чего уж там, да? Вот, крит шанс нам нужно повышать. Ну, для того, чтобы... Тихо, бабка. А, тут две бабки. Да чтоб тебе, ну. Да пипец какой-то. Как меня вот это вот раздражает. Ну просто не могу, ребят. Ну только что-то хочешь какое-нибудь движение сделать. Говнорезка-то. Хоть что-нибудь нанесли, хоть что-нибудь сделали. Так, ну крит урон идет. Тазер идет. Грибов нету. Вот грибов у нас нету. Хорчи тут со всех сторон летят в меня, блин, бабки на эти. Вонючий зомби. Вонючие дроны, все вонючие. Но... Ну, грибы надо, блин. Грибы мне надо, а не картошки и там всякие. Нормально. Да я просто, ты бабка, ты достал уже в корень просто. Уйди с своими хорчами, блин. Хракоплюйка несчастная. Вымораживаешь меня просто уже в корень. Дали шлем. Допотопный шлем. Так, лазерный дрон. Был когда-то. Так, минус жаба. Минус зомби. Где еще там зомбарь? Отлично. Я, короче, грибов сегодня не дождусь. Получается, да? Но... Так, ну что, одно задание выполнили. Ребята, а это уже автоматический уровень. Нам не хватало всего лишь одной звезды. Для того, чтобы получить level up. Блин, ну что грибы-то не даете, а? Зажали грибочки-то мне. Может, я грибник? Мне нужны грибы. А чё ты так... А, в слизи. Я думаю, чё он такой прыжок идиотически делает? Урон повышаем.
Жаба подколодная, а? Почему так мало дают этих, а? Можно вопрос? Здоровский, еще и достал, дотянулся, еще и подкинул. Да и... Вот... Давай бензин. Ай, лучше придумать ничего не мог. Как всунуться в пекло к этим вратам. Я не пойму, почему не даете мне эти? Блин, жаба. Мне позарез нужны. Уйди ты. Бабка Кикимора стоит. Мало дают мне деталей. Мне это не нравится. Блин, хотел отойти, не успел. Все абсолютно не то. Мусор. Мусор дали мне. Ну, пускай будет мусор. Так, что там у нас? Где? Кто? Что? Где эти нюхачи? Нюхачи. Зомби-нюхачи. Ой. 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 Ну, блин, нифига, ребят. Ну, не дают и все. Че, я пытаюсь получить. Если не дают мне. Все в мясо, все в молоко. Так, давай сюда. Я так понимаю, максимальный уровень прокачки — это третий левел. Все, ребят, выше, ну, просто никак не сделаешь. То есть уровень третьей прокачки лазера, уровень третьей прокачки летающего мусора, электричество. Ну где бабка? Готова? Дуплилась? А крит урон я так еще, ребятушки, и не прокачал. Ой-ой-ой, прыгнул. Они даже умудряются меня во время, блин, прыжка, ребята, захомутать. Ну все не то абсолютно, но... Босс, ну босс так босс. Босс-паук. Босс-шмурдюк. Готов, прыщ. Ну что, левел ап, ребятушки. Сейчас мы апнемся. Угу. Угу. Так, убейте 100 врагов с помощью револьвера за один забег. Следующий уровень. Yeah. 20 голдишки мне подсунули. А, так, что там надо было сделать? С револьвера, да? А у меня револьвер первого уровня. Такс, давай. Блин, а у меня денег-то нету. Ядрен матрен. Так, ну здесь придется, ребятушки, опять же брать первый этап. Вообще самый первый. Револьвер не прокачанный, поэтому... Поэтому придется этот этап проходить. Так, 100 зомби убить с помощью револьвера. Плюс крит у нас и грибы. Грибы нам нужно найти.
А чё это я какой-то двойной, смотри. Все, соединился. Нет, смотри, сюда идет. Что такое? Ну что опять-то? Так, друзья, какие-то технические неполадки были непонятные, с чем связанные. Ну, вы видели сам, он начал уже раздваиваться и тому подобное. Мне нужны грибы, пожалуйста. Грибы отсюда. Ну, давай, может, здесь повезет. Бьет током. И есть. А вот, ребятушки, и грибы. Это же прекрасно. Так. Сейчас мы с тобой выполним еще, по ходу дела, два задания. Эхо-магазин. Что-то какая-то ностальгия, когда я взял в руки пистолет. Сразу вспоминаю свои... первые похождения по этой игре с пистолетиком. Так, нам нужно именно собрать, да, грибы? Да, нам нужно собрать. Давай еще одну пулю. Вот заметь, кстати, когда мы взяли в руку пистолет, у нас сразу же начали выпадать пули. Что ты там свистишь, дурик? Свистит он мне. Посвисти, знаешь где? В туалете. Свистит он. Уже до босса дошли? Как дошли, так и прошли. Опа-на, запеченная картошечка в собственном соку. Давай увеличивать скорость движения. По-моему, ребят, патрон снаряда вражеский даже мне урон не наносит. Или я его просто не вижу. Блин, я же грибы. А почему в этой комнате ни одного грибочка не было? Ну-ка давай еще больше грибов. Прекрасно. Блин, нужны доллары. Нужны доллары, потому что здесь нам прокачать надо по уровню, ребят. Давай, карапуз, иди сюда. Изи. Давай бензин возьмем. Пускай они горят. В аду. Зомби. Раз грибок. Хоп-хоп-хоп. Сколько там еще надо нам? А, собери 30 грибов. Два гриба еще осталось. Так, ну критовки еще дофига надо. И убей. И скоро врагов убьем, ребят. Из пистолета. То есть грибы и врагов из пистолета скоро будут выполнено. Задание сделали. Так, грибы уже можно не собирать. Теперь только осталось крит. Ну, давай еще отходы возьмем. Будем их травить, жарить и расстреливать. Поехали. Даже не видел ни одного врага, просто завалил всех с полтычка. А вот, ребятушки, и из револьвера мы с вами
подбили. Сколько нам нужно было врагов? Видишь, тут еще баксы нам нужны на прокачку, ребята, этих. Скажи, я скажу. На прокачку шмоток, оружия и тому подобное. Правда, у нас, насколько помню, наше оружие, которое мы с собой носим, не это, а основное наше, оно прокачано по фулке. Наша цель как-то теперь, я не знаю, как-то его улучшить надо. А как ты его улучшишь? Без понятия. Все проще простого. Так, здесь кто босс? Этот недотепа. Жирный недотепа здесь босс будет, да? Давай спички. Ну, где это там? Жиробасина. Сейчас тебе пару. Крикун несчастный. В хлам, конечно же. По-другому, ребят, с ним разговаривать не стоит. Домой. Все равно не хватит, да, денег? Там 2600 надо, а у нас 2200. Так, надо, наверное, ребята, брать задание. Так, ну что, ребята, выстрелите из оружия 250 раз, но крит урон, и заблокируй 40 ударов. Опять заблокировать, блин. Опять заблокировать урон. Так, что нам тут надо прокачать? Я думаю, наверное, вот это вот. Буст. Ну что, пойдем, ребят, прокатимся чуть-чуть. Капелюшку. Может быть, продвинемся хотя бы до первой зоны. Ой, как ты медленно. Да, потому что, ребят, тарана нету. О, наверх. Надо было наверх, там у нас. Ну как же так-то, ну. А, ну, пипец. Ну что это, ну. Все, что можно, ребят, пропустил. Да как ты медленно едешь-то, а. Ох, сколько тут. Прекрасно, просто прекрасно. Блин, а внизу ты видел сколько... есть. Ребят, я доехал. Я доехал. Слушай, наверное, еще надо гоночку сделать. Потому что внизу и наверху мы в некоторых местах с тобой очень много чего пропускали. Так, о. Слушай, это же что у нас вот это? Бензин. А чё я про бензин-то? Конечно же нужен бензин, ребят, качать. Ё-моё. Нет, надо еще заходку сделать. Погнали. Надо еще, ребята, сделать одну заходку. Потому что я пропустил много именно деталей. Ну, ты видел, я думаю, не слепой. Запомни бы только, где у нас... Ать! Ну, как так-то? А вот тут уже, по-моему, внизу где-то. Блин, наоборот, наверху. Фу! На тебя. Будь ты неладен. Ой, как же без этого, без тарана, без дробовика, ребят. Сложно тут ехать. Так, ну это... Ой, внизу-то сколько там, блин, ну что ж ты. Очень тяжело прорываться, конечно. Очень тяжело. Все, у меня закончился... Бензин. 63 детали. То есть мы сейчас можем с тобой прокачать бензин еще на один уровень. Получается так, да? Апгрейд. Хорош. Ага. Так, друзья мои, защиту будет надо прокачать. Так, убираем наш этот пистолет и ставим
установить. Вот так вот. Ну что, ребят, пойдем. Давай, наверное, мы возьмем с тобой... Исследовательская станция. Мы с тобой здесь то ли босса не убили, то ли не дошли до него, да? Ну тут, конечно, трешняк будет. Конкретный, причем трешняк. Так, выстрелите из оружия 250 раз. Это понятно, крит урон. И... А какое еще-то задание у нас? А, заблокировать. Ёпрасоты. Три, ребята, выстрела нужно сделать зомби, чтобы он упал. Три выстрела. Чёрт, я каким-то себя чувствую. Да никем себя не чувствую. Щеглазадом каким-то себя чувствую, если честно. Да, да, да. Ну давай, наверное, двойной магазин возьмем. Хотя, мне кажется, это мне не поможет. Ой! Пробежит сюда? Пробежит, конечно. Так, может быть, невидимые часы взять? Нет, жидкий азот возьму. Хотя... Ладно. Что выбрато, то выбрато. Ну куда ты? Я сам себя не вижу вот за свои косяки вот эти вот. Давай баскетбол возьмем. Я даже не знаю, ребят. Ну, шанс крит, наверное, надо брать 10%. Так, так. Так, минус. Минус. Забомбили, забомбили, забомбили. Чувачка, тихо ты. Надо там вот эти вот, да-да-да, турели летающие. Все? Нет? Нет. Взрывается при смерти. Сейчас же бомбы еще будут в этом же уровне, да, друзья мои? Ауч. Да ну как это шляпа полная, блин, ребят. Зато выстрел из оружия 250 раз. Ой, какая красота. В кавычках. Иди свисти в другом месте. В туалете там посвисти. Нет, какое, друзья, ну что это? Да опять эти ящики дебильные, которые не видно ни хрена, блин. Где там этот идиот-то? Ну, давай, лечение. Хотя, может, надо было грибы, наверное, взять. Да тут что не возьми, все равно заколбасят.
Да ну нафиг! Просто пробежал и все, ребята. Нет, я даже ничего не буду здесь делать. Это бесполезно. Это бесполезно здесь сейчас что-либо вообще делать. Вот без прокачки, я не знаю, там уровень 20, наверное, нужен. Как минимум. Это как минимум, друзья мои. Так, заблокировать. Надо еще смотреть, получается. Так, нанести критический урон 10 раз за один забег. Ну, у нас как раз подстать этапы. Давай возьмем что-нибудь полегче. Давай вот, вот сюда вот. Заброшенный холл. С деньгами? Да, не могу прокачаться дальше. Давай, мужик, что-нибудь. Давай путевой что-нибудь. Блин, адреналин. Ну, скорострельность после убийства, ну, в принципе, нормально. Мне нужно больше, чтобы давали деталей. Баскетбол. Я немножко в шоке. Откуда у зомби такая прыгучесть, блин? Если вот так вот брать по натуре. Откуда они, блин, прыжки такие могут? Ходячие трупы, блин. Они могут только походить, и все. А тут прыгают еще же. Юркие зомби. Отметить еще одного зомби, да, я взял. Вот в данный момент лучше бы мне не урон дали бы, повышали бы, а крит урон. Это было бы для меня, ну, лучше и полезнее. Потому что здесь именно нужно задание делать на крит урон. Отходы. Ятрен-матрен, а. Были бы здесь еще... Знаете, чего не хватает? Я думаю, чего не хватает, какого оружия? Не хватает какой-то базуки, которая бы самонаводящимся снарядами бомбила. Вот это было бы круто. Надо же, нанес. Нанес, ребятушки, я крит урон. Так, это первый босс, да? Бабка, успокойся. Да, ты там еще прыгаешь, толстопузина ты несчастная. Распрыгалась она мне тут. Эка, я там колбасил, ты видел? Бабка-расколбаска. Давай, эхо-магазин. Все, что ли, так быстро? Я вот не знаю, может быть, у нас же открылся доступный новый уровень на жару. По-моему, да. Давай так вот. Две пули воздушного дрона. Дамочки, пора домой. Шанс крит, вот это хорошо, ребят. Да, конечно, ага. Захотел наколоть, наколол сам себя, блин. Спокуха, братки. Спокуха, я сказал. Ранец. И все равно ведь достаю, да? $627.
Профессор кислых щей отдуплился. Жаба, не вздумай лезть. Ать! Не получилось. Ну давай яблоко возьмем. Нормально. Нормально, блин, получил. Так, здесь что? Успел уничтожить до приземления патроны, которые были выстрелены в меня, успели исчезнуть. Ну давай возьмем яблоко, так уж и быть. Есть. Тут быстренько разобрались. Урон. Ну и где там, кто там, что там? Все? Почему детали стали меньше давать? Раньше с этим не ощущал вообще никаких проблем. А теперь прям дико ощущаю. Найди чаще, я бы даже сказал. Прыгнул тоже, молодец, задумался, блин, прыгнуть там, где зомбариха прыгает. Иногда тебя ставят в такие рамки, что просто невозможно ничего сделать. Ну, 4 бабки плевунихи. Так, давай баскетбол возьмем. А, мы уже дошли до босса. Ну, окей. Ну, давай, где ты там, что-то. Закривлялся, закривлялся-то. Мало. Все равно мало, маловато будет, понимаешь? Так, а что у нас там? Ага. Еще можно даже, ну давай. Зачистите 18 комнат, не используя прыжков в бою. Но тут, ребят, придется нам брать вот это вот. Не использовать прыжки в бою, сам понимаешь. 18 комнат плюс еще зачистить. Только здесь. Потому что особо прыгать не надо, потому что зомби здесь будут ватные. Да ну, ну золотое яблоко, ну. Дал бы что-нибудь по-путевому бы. Так, прыжки нам не пригодятся здесь. Не, они пригодятся после того, как мы 18 комнат зачистим. Давай бур возьму. Прекрасно. Давай вот это вот. Больше лечения, понятно. Бьет током. Я думаю, это будет достойно. Шанс крит. Так как у нас задание стоит нанести как можно больше крит урона. Что-то не достаю.
Еще раз. О, и надо было... Блин. Я про кинетическую... Блин, забыл, ребят. Просто из головы вылетело. Что, мне нужна кинетическая защита? Блин, я запарюсь опять 40. 40 ударов этих отражать. Будем честны. Дробаш. Так, а у нас, по-моему, как раз три дробовика этих есть. Или нет у нас? Вот она. Так, теперь можно подставляться под выстрелы, да? Да как она долго так накапливается, блин, прям слов нету. Еще одной пулей стреляем. Я, по-моему, всего лишь две этих отразил. Две критических атаки. Ой, два урона. Если я не ошибаюсь, конечно. Да? Два урона только отразил. Из 40. Блин, я хотел, чтобы она выстрелила, но подбил ее быстрее. Да как ты работаешь-то, непонятно вообще, вот. Почему он вверх смотрит, блин, когда мне на... Че, я 18 комнат еще не прошел, да? Судя по всему. Это только 10-я комната, да? Да, 18 комнат зачистил. Вот это непонятно, что за штука. Подствольник, что ли, какой-то, или приклад. А, мне уже прыгать можно, все. Мы же выполнили задание. Выполнили. Ну, задание, я имею в виду, 18 комнат зачистить без прыжков. Одна пуля рядом стреляет еще одной пулей. Слушай, четвертый уровень. Есть четвертый уровень, ребят. Крит урон нанес. То есть осталось самое дурацкое задание. Это отразить 40 урона. А где мой этот-то? Я не помогу. Где щит-то мой? Зашибись. 300 лет накапливается этот щит. Ты еще-то жив? Ну будешь накапливаться, вон, накопился. Отлично.
Давай током бьет. А, мы уже до босса дошли. То есть два задания выполнили. Что-то хотел там брыкнуть на меня, да? Что-то он там хотел брыкнуть, но у него не получилось. За что и схлопотал пулю в лоб. Так, ребят, ну что, нам нужно... О! Нам, друзья, нужно еще 7 звездочек получить до 14 уровня. Ай-яй-яй, так, объединяем. Это, получается, зеленый приклад. А, ржавый приклад. У нас два ржавых приклада. Еще один получим зеленого. И можно будет... Так, ну-ка. Это мне не нужна, вот это мне нужна. Эх, на горючку не хватает. Дает взрывать... Ага, ящики и зомби. Все, я понял. Ну что, поехали прокатимся, ребят. С ветерком. С ветерком, блин. Внизу или вверху? Я уже забыл, где у нас там что. Ать, мне не хватало, ребят, мощей. Ну куда ты, бургеровозка? А, таковозка. Блин. Внизу. Это было, ребят, внизу все. Все, бензина больше нет. Еду на нитро. Нитро тоже быстро закончилось у меня. Но тем не менее, блин, вот там вот внизу, вот после того, как большой трамплин идет, надо не ехать на нем, надо падать вниз. И там вот, да, там можно было бы. Почему она не появилась, пила? Сундук у нас, кстати, есть. О. Оу, е-е. This is fantastic. Угу. Понятно. Такс. А что это такое? А, это для прицела, да? Ух ты, 180 редкий. Блин, ну вот его бы можно было бы взять, по идее, друзья мои. Если бы я, допустим, бы взял бы, да, у меня есть один. Объединение, что? А, дробовик, наверное, да? Да, ребят, дробовик. Становится зелененьким. Кузнечиком. Два зеленых дробовика, два зеленых лазера. Блин, ребят. Ставочки-то повышаются у нас. Ставочки повышаются на приобретение какой-то новой шмотки. Синий, блин. Конечно, хотелось бы фиолку получить, но... Фиолка это при скрещивании двух синих шмоток будет. Блин, как мне заработать... Так, следующее. Может, еще разок попробовать? Давай попробуем еще разок прокатиться. После огромного трамплина надо запомнить, ребята, идем вниз. Там будут у нас детали. О, что я взял-то? Ну, господи, ну нафига? Заговорился, ребят. Заговорился.
Да давай ты едь, ты что ты там кривляешься-то? Там был наверху, ребят, золотой слиток. Тут еще и баксы лежат. Блин, еще и наверху лежит. Опа, опа, опа. Ты смотри-ка, успел рвать, ребят. Пропустил когда-то я это в свое время. Не зря, не зря прокатились. Так, 234, да? О, уже по-солидному. Так, ну что, друзья мои, на сегодня тогда будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!